Тропу здоровья полностью отремонтировали перед Олимпиадой. Тогда в Теренкур вдохнули вторую жизнь. Обновили бетонное покрытие, установили освещение, уличную мебель, привели в порядок деревья и кусты. В целом Теренкур в хорошем состоянии, отметил во время обхода Анатолий Пахомов. Вот эти сломанные ограждения починят к 1 мая, докладывают мэру. Поторопиться нужно и с уборкой спиленных деревьев. Понятно, что эти деревья мешали высоковольтным линиям, но если уже обрезали, значит, надо и вывести. И я поставил задачу перед железной дорогой это сделать, и в течение 15 дней мы обязательно проверим, как выполняются наши решения. Обратился Анатолий Пахомов и к руководству санаториев, территории которых примыкают к тропе. Теренкур – это 10-метровая зона их ответственности, а потому нужно сообща почистить склоны, подрезать растения. Также мэр принял решение провести здесь субботник. Добавлю, что тропа здоровья в Сочи появилась в 30-х годах прошлого века. Ее протяженность 4,5 километра от Мацесты до центрального стадиона. В советские времена Теренкур был одним из популярных способов санаторно-курортного лечения. Это дозированные пешие прогулки. Сегодня это место снова полюбилось сочинцам и гостям города.